Привет всем! Хочу показать наглядный эксперимент, как радиатор печки промывается с помощью крота. Существует разные мнения насчет промывки радиатора с помощью кротом, и думаю, самый правильный из них рекомендации о том, что промывать радиатора нельзя кротом, потому что крот в итоге разрушает радиатор. Некоторые вам скажут, что крот нужно разбавить водой, например, 1 на 10, что уменьшит воздействие кислоты. Но такой подход тоже считается неправильным. В конце видео, в конечной заставке, вы увидите мое видео рекомендации о промывке радиатора. И кому интересно, пожалуйста, смотрите. А вот сейчас смотрите, что произойдет, если в радиаторе без разбавки зальем крот. Пожалуйста, ставьте лайк на видео, подписывайтесь на канал и делитесь в соцсетях. Пишите ваши мнения в комментариях. Желаю успехов всем! Опа. А, да. Эй, я мазала. Сейчас я окна, сейчас я лажу. Я там не могу, а хлеб не хочу. Куда ты выйдешь? Ты можешь это хоть еще видеть, ты же? Я тебе тут я ручали, что ты? Можно завтра посмотреть. Резина, а что? Эй. Ой. Ой, я вижу. Эй, ты вот там, я хочу, там, там, я дал. Все, брат, там, салон, а ты, а? Это хочет, но массивный лод, вы давай камуаском, сахар. Черт. Ты не дадай выхани, хамай, правда.
დადე, დადე, გვერდზე და წადი გადავიბლე ხა წყალი ხელზე. ეს სოვანი არაფერზე არ მოხდა. დიდი და. დიდი, დიდი. ნუ, იმ შრალი მოხე. ეი, დიდი სოვა. Да. Если там цалгвали, то это ари что-то задачи. Э, видок надо. Ой, ещё момцхевия, хэрзо и вода. А сам разбила, гамбуали мак хэр. Где и цо датнова. Кидох, на хоп, шут.